Всем привет, вы на канале СК Гараж. Сегодня у нас Кайрон. Сегодня меняем лампы подсветки номерного знака. Сейчас я вам покажу, как их поменять. Значит, в данных плафонах используются вот такие лампы, бесцокольные. Бесцокольные лампы W5W, маркировка у них 5-ваттные. Сейчас будем снимать плафон и ставить их на место. Итак, чтобы снять плафон, можно действовать двумя способами. Либо ставить вот в эту прорезь отвертку, отогнуть усик и вынуть с этой стороны на себя. Либо наоборот, вставить отвертку, маленько загнуть усик и уже потом двигаться в сторону прорези и вытаскивать плафон на себя. Значит, вот что представляет плафон. Питающий лампочку провод очень короткий. Даже тут не видно. Сейчас попробую вспышку включить. Вот, включил вспышку. Вон он там виднеется, патрон. И никак не хочет выходить. Корейские инженеры, похоже, сэкономили на проводах. То ли лампочки корейские не перегорают. Достать его оттуда очень проблематично. Значит, сейчас будем пробовать его оттуда извлечь. Берем вот такие плоскогубцы с длинными губками. Зажимаем в ними патрон. И поворачиваю плафон. Такая у нас картина. Значит, провода очень короткие. Значит, лампа вынимается бесцокольная, просто вытаскивается. Раз, все. Берем новую лампу, вставляем на место. Новую лампу вставляем на место. Очень плотно она садится туда. Опа! И проверяем. Лампа горит. Собираем все в обратной последовательности. Значит, проверяем симметрию посадочного места. Вот она более-менее симметрична. Проклеим плафончик. Вот, кому интересно, как выглядит плафончик. Ну и теперь ставим патрон обратно. Пассатижами. Вставляем в посадочное место и поворачиваем до щелчка. Все, лампа в патроне. Теперь вот этот край зацепляем. И защелкиваем его обратно. Все. Лампа с патроном на месте. Еще раз проверяем. Ну вот, плафон у нас горит. Все нормально. То же самое делаем со вторым плафоном. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.